Идут в ногу со временем, экспериментируют, одним словом, творят. В Красногорске прошло новогоднее шоу «Трансформация». Участники яркие и талантливые, не боящиеся изменений молодежь. Вот, например, ребята из ансамбля «Знаменские барабанщики» доказали, чтобы получить мелодию, нужно просто посмотреть на привычные вещи с непривычной стороны. Номер был необычный на стульях, потому что фонограмма была в стиле джаз, и мы хотели преподнести что-то новое в концерт, поэтому мы выбрали в качестве инструментов не стандартные барабаны, а табуретки. Номер назывался «Синг-синг», джазовая музыка в стиле свинг. Чтобы подготовить такой сценический сложный номер, надо вложить всю душу и просто показать кайф на сцене. Вместе со знаменскими барабанщиками участие в шоу приняли 20 коллективов, а это 400 участников. И каждый вышел на сцену под девизом «Меняясь сам, меняю историю». Даже Дед Мороз, отложив свой посох в сторону, взялся за трубу. Что и говорить, волшебник-музыкант. Старались объединить всех и совместить, сделать что-то необычное, может быть, даже для самих коллективов. Кто-то у нас занимается народным танцем, они сегодня попробуют станцевать что-то современное. Кто-то занимается академическим вокалом, попробует сегодня рок изобразить, то есть в таком формате. Трансформация, настоящая перезагрузка прошла успешно, но организаторы обещали на этом не останавливаться. Год грядущий сулит еще больше перемен.